Школа Каролина Раскина сегодня представляет своих учеников в Русском доме в Берлине. Очень большое шоу. Сколько шоу продлится? Шоу продлится примерно 1,5 часа. Будут разные номера, около 20 номеров. А сколько детей будет в этом шоу? В этом шоу примерно 80 девочек будут выступать. И участники, я понимаю, сборной Германии. Да, и даже участницы Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Я слышал, что твоя школа, ученицы твоей школы вошли в Бундеслигу. Да, это правда. Мы попали в первую Бундеслигу. Квалификация была в прошлом году в ноябре и в декабре. И наша школа, наши девочки квалифицировались. И в этом году будут выступать в первой Бундеслиге. Ну, как бы в школе всего 3 года. Как вообще удалось за такой короткий период попасть в Бундеслигу? Хорошие тренера, способные ученицы и родители, которые всегда поддерживают. Что ты пожелаешь родителям, детям? Я понимаю, что тренерам нужно терпение. А что можно пожелать родителям и детям? Чтобы они еще больше мотивировали своих детей, направляли, помогали, поддерживали. А девочкам тоже только терпение и желание выступать, выигрывать. Спасибо большое.